Шаташися язице, і люди поучишися тщетним, представши царі земсті, і князі собрашися вкупі на Господа і на Христа Його. Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесе, посмеется им, и Господь поругается им. Возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него. Дорогие мои друзья, всем здравствуйте! С вами естественно Ильичев Антон. Мы с вами находимся на Ваганьковском кладбище. Я сюда приехал. Мы с вами сюда приехали, чтобы убраться, дорогие друзья. Я потихонечку начинаю убираться, да. Люди знают то, что я после операции. Мне поднимать тяжести никакие нельзя, но я просто уже не могу. Приехали на Вагу. Надо убраться, естественно, я там тяжелые мешки ничего поднимать не буду. Значит, такая история. Есть захоронение тут. Там люди ходят, я потише говорю. Захоронение мне сейчас прям, оно так просигнализировало, грубо говоря. Его надо убрать. Оно находится прямо на проходе. Попробую во время уборки поснимать, потому что люди ходят, там работники, да, особо я там разговаривать не буду, там афишировать вот так, то, что я снимаю, убираюсь. Вот, проходило мимо этого захоронения и прям меня остановило вообще, я прям как вкопанный встал, потому что хотел углубиться куда-то в участок, потом я постоял чуть-чуть. И подумал, блин, как я буду убирать, здесь люди ходят, работники, снимать не могу. Углубился в участок, походил, и все-таки меня тянет прям туда, назад, к этому захоронению. Сейчас я вам его покажу. Буду убирать его, да, будем убирать его. Попробую снять аккуратненько. Погода замечательная, но утром шел дождик, вот. Честно, тут не могу, вот хочется. Хотя еще там рановато, после операции у меня прошло. Вчера я снял швы. Да, но видео выйдет попозже. Вчера я, вот меня все начинает энергия, начинает меня троить. Вчера снял швы. Вот. Все, пойдемте убираться. Захоронение заброшено, это 100%.
Сейчас уберемся. Будет здесь все чистенько, красиво. Посмотрим, кто здесь похоронен. Основной крупный мусор я вымел. Сейчас прям вот такими грабельками буду работать. Да, уже все, что осталось, вот эта мелочь, сейчас буду выгребать отсюда. Целый мешок получился, но я его тащить не буду. Я его, может, потихонечку отволоку в проход или прям оставлю. Работники уберут потом, потому что мне поднимать нельзя. Прям уборка, как вот целый ритуал такой получается. Всю зиму ждал я, еще эта операция. Прям уже не мог я терпеть. Ну, как красиво тут все у нас получается. Дорогие друзья, ну что, убрались. Читаем, кто здесь захоронен. Надпись такую я впервые встречаю. Написано: «Моя дорогая Галюша». «Моя дорогая Галюша». 1923-1944. Люди там шли. Молодая девушка, судя по фотографии. И такое ощущение, что у нее вот морская форма. Ну, вот. Или, может, такое платье. В 44-м году умерла. Это у нас получается 21 год ей был. Так, вот тут цветочки.
свечку я зажег. Ну вот. Значит, судя по надписи, здесь похоронена Галина, девушка. Ну вот, мои хорошие, сегодня вот такой замечательный день. Это первая уборка этого сезона на Ваганьковском кладбище. Я прям вздохнул. Спасибо всем огромное, что смотрите канал, что остаетесь с ним. Каналу уже 4-й сезон, дорогие мои друзья. Это что-то невероятное. Это сила, это мощь, это энергия. Очень приятно. То есть мы с вами занимаемся непростым, необычным делом. И люди, кто смотрит канал, вот вся наша вот эта вот энергия, я ее называю, все люди необычные. Вот, ну, вы об этом прекрасно знаете и понимаете это. Благодарю вас, дорогие друзья. Прощаюсь с вами. Всем желаю счастья, здоровья, хорошего настроения. Берегите своих близких. Любите свою семью. Помните свой род. Это очень важно. До новых встреч. До новых встреч. Зачем кричать, когда никто не слышит, о чем мы говорим? Мне кажется, что мы давно не живы, зажглись и потихоньку догорим. Начинается пожар, и города похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать, когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем помолчать. Проливаются на нас ответы и вода. И если ты вдруг начал что-то понимать и от прозрений захотелось заорать, давай кричи, но тебя могут не понять. Огромный
свет.